И всем привет, ребятки, с вами снова Немезис, и это уже 682-я часть наших с вами обзоров на пушки. Да, и сегодня мы с вами смотрим на фургончик торговца, который нам привез набор снайпера. Да, вот это очень необычно, честно, я не думал вообще, что это завезут, вообще как-то это странно было даже, что это привезли, все думали, хэллоуинский будет фургон, а тут раз тебе бац, и фургон снайпер. Ну, значит, будем смотреть, тем более ребята захотели, чтобы я на него обзор сделал, поэтому погнали. Вот, что у нас? Как бы, да, не очень хотелось обзор опять делать, потому что уже и так было много недавно, да? Вот, но нужно на него сделать, поэтому погнали. Три пушки старенькие 2018 года, поэтому посмотрим, что они делают в 2022. Очень интересно, спустя 4, почти 5 лет даже уже. Йо, сколько набору лет, это вообще жесть. Первое это у нас руки киборга, вот такие вот интересные, основа мифическая, авто с четырехкратным прицелом. Темп стрельбы 97, вместимость 40, подвижность 85. Подвижка топовая, вот, модуль у меня вот такие вот стоят на восстановление патронов при попадании в голову. И четырехкратный прицел, это тоже неплохо. Темп стрельбы 97 сойдет, вместимость 40 хорошо, имеется два скина, скин-код и скин Мутант, давай высовывай вот такие вот. Но будем использовать оригинал. Да, вот так вот. В принципе, да, такие вот автоматы. Следующее, это у нас револьверная винтовка. Это у нас снайпа мифическая с одиночными крит уроном и десятикратным прицелом. Темп стрельбы 74, вместимость 6, подвижность 65. Револьверки увеличили патроны, это очень круто, вот недавно было 4, стало 6, это прям круто, потому что патроны заканчивались как щелкать орешки, просто вот кушать, просто вот раз и нет, как бы, да. Поэтому круто, что до 6 увеличили, сейчас будет получше, вроде урон увеличили, так что классно, должно быть классно, модули у меня стоят такие на рентген прицел, может быть будем использовать, и... Да, легендарная пушка, система уничтожения, которую все сравнивали почему-то с елкой. Ну, потому что они очень сильно похожи. Это у нас тяжелая мифическая ракета, урон по зоне, четырехкратный прицел, темп стрельбы 63, вместимость 6, подвижность 50. Подвижка 50, это прям вот так вот, да, это очень плохо. Вместимость 6 круто, темп стрельбы 63 сойдет, урон по зоне очень крутой здесь. И оптика даже имеется на всякий случай. Вот как бы имеется вот такой вот скин бомбардир красивый. Может быть закуплю когда-нибудь, не знаю. Вот и модули стоят на взрыв. Единственное, я не показал, у нас на снайпу тоже скины имеются. Это у нас скин Космос вот такой вот красивый. У меня его нету, но прикольный. И скин доисторическая тоже интересная. Ну будем использовать оригинал. Так, система у нас вот, да? Посмотрели. Все, в принципе, как бы да. Эффект набора еще можно глянуть. Потому что, да, у нас еще эффект набора будет иметься. Блин, разработчики, если вы меня смотрите, сделайте какую-нибудь кнопку, позволяющую моментально прокрутить вниз. Потому что, прикиньте, вот это все листать. Вот, дошли. Это у нас эффект полного набора, временная невидимость после возрождения. Это очень прикольно, это очень хорошо, так что будем использовать, будем невидимыми какое-то время. Круто. Все. Статистику почитали. Let's go тестить. Так, ну что, погнали тестить. Я тут решил немножко разрешение поменять. Мне тут кое-кто написал вот недавно, попробовать разрешение поменять. И попробуем, может быть так получше будет. Пойму я только после того, как запись закончу. Так, ну и смотрите, тем временем, пока я начинал, я уже трипл килл сделал. Это круто. Что, у нас тащат руки киборга? Смотрите, у нас руки киборга тащат, походу. Это круто. Блин, ну это замечательно. Пушка старая. Блин, ну только что-то я целюсь очень фигово. Но благо здесь запас патрон помогает, поэтому... Можно сильно не переживать. Гаджеты, видите, у меня опять рандомные. Конечно, я обожаю, когда сзади спавнится. Тихо. Иди сюда. Ну, почти перебил. Ай-яй-яй. Он спереди у меня. Ну-ка, стой, куда ты убежал? Уже убили. Так, и видели, я временно невидимый еще. Так что клево. Клево. Есть, дабл. Смотрите, руки киборга топ. Ребят, советую прикупить.
фургончике у нас продается. Откуда он здесь взялся? Что за фокусы у нас? Что за чудеса на виражах? Это как понимать? Так, и тут, смотрите, все системы юзают. Но сейчас мы до нее дойдем. Я хочу вначале ручки посмотреть. Ручки, ручки, ручки киборга. Ну-ка, ну-ка. Да какого фига-то поддержка, а? Там сзади система, я знаю. Я услышал сзади систему. Но у меня руки киборга. Тихо. Не, круто, что перезалили этот фургончик. Вот, кто чего-то не хватало, можете прикупить. Хотя для сетов галереи нужна ближка. Такая, знаете, как она называется? Я не помню название. Ну, в общем, там, да, почему-то странно, почему так сделали. Но там нужна эта ближка, которая... Дубинка законника. Во, вспомнил название. Очень странно, почему она нужна. Не понимаю. Ну, да, она по дизайну похожа на сет этого снайпера. Набор снайпера. Но как бы тогда бы уже и все три бы залили. Руки киборга. Ну, а руки киборга залили в сет, где у нас снайпа вот это вот. И руки базуки. Ну, вы поняли, о чем я. Вот так. Ну, сейчас у меня ваншотнет, конечно же, естественно. Так, я еще временно невидимый. Это прикольно. Но на тихой школе это сильно не поможет мне, потому что слишком тесные помещения. Смотрите, ну и второе место держу. Второе место держу. Блин, очень много поддержек мне дают. Вот это мне не нравится. Уже на третьем. Естественно, потому что поддержки. Тихо. Давай. Опа. Минус. Даже модульного снял. Хорошо-то. Чё там, опять одни поддержки? Да ё-моё, что ж такое? Мне из этого на четвёртое. Ну нечестно, почему одни поддержки? Я же убиваю. Угу, сейчас. Блин, на четвёртое скинули, гады. Какого хрена? Нечестно. Блин, обидно, что. И, естественно, меня спавнит, где никого нет. Ну, в принципе, все равно неплохо. 15 набил. А, ну... Я вообще должен был быть на пятом месте, по факту, да, по убийству. Ну, в принципе, все равно неплохо автоматом 15. Вот, давай еще разок. Worry cat. Волнующийся кот, что ли, или как это перевести? Только, по-моему, не worry, волноваться, а worry. Почему-то, я не знаю, почему я об этом подумал. Ладно. Куда ты побежал? Тихо. Ладно, все, хватит руки. Погнали снайпу тестить. Что ж ты у нас делаешь? Ну, хедшот в голову ставит. Это понятное дело. Еще бы она хедшот в голову не ставила. Вот, хорошо. Я был невидим, он даже меня проигнорировал. Так, опа, хорошо. Блин, револьверка, обожаю. Обожаю, всегда любил револьверную винтовку. Круто, что ее бафнули. Спасибо, разработчики, за это. Так, а что-то мне не в хедшот проходит, а сейчас... Еще у меня 6 запас. 6 запас стал. Это круто. Так, а в тело-то что у нас будет? Подождите, она что, в тело? Да не может в тело ваншотить. Это уже имба будет. Вы что? Еще и скорострелка такая. Ну идите сюда, я видел вас. Опа. Так. Блин. Ну, вблизи неудобно очень. Хочу на дальние. Но я зашел на тихую школу, потому что я хотел на райском уголке, но там что-то спамеры были. 12 в тело оставил. Ладно. Теперь я не удивлен. Все. Подальше чуть отошел и убил. Ничего, скоро до системы доберемся. Будет на улице праздник. Так. Я за 1000 купонов советовал. Да, перезалив про 1000 купонов будет. Я знаю, многие ждут. Жвачка. Ах ты собака. Опа. Блин, револьверка, это такая имба, ребят. Покупайте 100%, кто не имеет. Просто посмотрите, что творит. Это круто. Робота я не использую, потому что как-то тут не особо-то он и нужен, наверное, да? Вот. Так, ну вот, видите, X-Ray мне пригодился. Я хотя бы вижу, вот что у меня сзади идут. Оп. Нет, тогда я тебя игнорирую, чувак. Конечно, ты меня сквозь стену бьешь из-за пинга. А то я и не думал об этом. Опа. Блин, револьверка. Это такая крутая пушка. Честно. Ну, тут, наверное, по каждой пушке по матч. Вернее, ну да, вы поняли.
каждой пушкой один матч играем. Так, там робот у нас. А, невидимка. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, убил. Убил. Все-таки убил. Урон не сразу прошел. Вернее, убийство мне не сразу засчитали. Собаки, а? Что ж вы меня не любите? Убийство не сразу засчитывают. Что ж такое-то? Так. Так, ну опять не убил, смотрите. Почему-то. Что у нас по очкам? Плохой отрыв. И, естественно, я где? Самый задница там. Все-таки пришлось сказать мне это слово. Видите, никого нет. Вот игра меня очень сильно любит. Пока я шел, я уже на втором месте. Хватит дергаться, блин. Угу. Опять я здесь. Да ё-моё. Да боже. Опять на третье скинули. Что ж такое? Что-то я совсем не попадаю. Давай. Давай. Давай! Давай! Не убил! Да блин, меня на третье скинули, собак, из-за того, что меня спавнили, хрен знает где. На! Блин, на второе смогу? Смогу? Не смогу, блин, обидно. Из-за того, что спавнит, блин, не пойми где, я, конечно, смотрите, а по убийствам я на первом. Смотри, 28, револьверка, это на первом месте. Круто, круто. Я рад. Давайте теперь системой. Не рад, что меня на третий скинули из-за гребаных очков, блин. Давайте, система. Чувак, ну ты молодец. Как ты это сделал? Я вообще не понимаю. Три пушки за раз поменял. Это что такое вообще было? Что за пинг? И почему ты у меня ваншотаешься? Смотрите, ракета летит со скоростью света. И, конечно же, ты здесь появился. Но, стоп, да не может система ваншотить, что за бред? Опять убил. Так, ну сейчас я по зоне убиваю, да блин. По перезарядке у нас вот так вот все. Неплохо. Что такое? Да чувак, какого хрена ты здесь вообще появился? Так, скоп имеется, ну не знаю, пригодится он. Ну, наверное, пригодится сейчас. Чуть-чуть. Ах, не успел. Блин, система реально тащит до сих пор. Пошел вон. Давайте кровь бросим. Что ли, не знаю, погорите там. Хрен знает, что с вами делать-то еще. Да ё! Кстати, насчет ПГ с нуля. Может быть, мне что-то прикупить отсюда? Так, опа, видите? Давай, стреляй. Есть, отлично, убил. Опять куча поддержек, опять я где-то не пойми где. И 50 подвижка, блин. Ё-моё, там роботом чувак набил. Ну да, из-за того, что 50 подвижка, я очень медленно передвигаюсь. Опа. Да ё-моё, киберлазер. Вы чё? Что вообще происходит? Я не успеваю реагировать и сзади, и спереди. И опять я в заднице заспавнился. Да что ж такое-то? А, конечно. Давай, ваншотни меня, чувак. По зоне, да, надо все три выпускать. А смотрите, а если прям точно попасть, то может с одного убить. Система топ. Конечно, опять этот гребаный лев сзади. Я на втором месте, да? Ну, хотя бы... Не на четвертом, не на пятом. Так, уже на первом. Нет, на втором. Опять глюк. Опять глюк у нас. Так, ну смотрите, в принципе, система топ. Система топ. Что такое? Блин, опять этот долбанный робот врубили. Пошел вон. Да ё-моё, не успеваю. Воу-воу-воу, тихо, только не надо. ПГ, не принимай ислам. Пошел вон. А, я не успеваю. Очень медленная штука. Чисто система играть на такой карте, когда тебя и сзади, и спереди, и слева, и справа фигачат. Ну, трудно. Трудно. Но, в принципе, смотрите, убиваю уже. Круто. Тащит, система тащит. Это 100%. Пошел вон.
Ракеты летят быстро. Перезарядка не вовремя. Ай, ладно. Врубим в робота, почему бы и нет. Врубили. Так, тихо. Ну, сзади, конечно же, припрутся. Естественно, я тут. Да почему игра? Под конец. Меня на четвертое скинули. Какого? Пишут на втором. Блин, вообще нечестно, я считаю. Что за ерунда? Ладно, на первом, то есть на третьем, честно, я не понимаю логику игры, почему. 29, смотрите, только системы. Ну давайте финальный матчик сыграем, что-то, блин, очки как-то хромают. По убийствам я круто даже опережаю, а по очкам я, блин, в жопе какой-то сижу. Ну ладно, не обращайте внимания на место. Ну сейчас попробуем разными пушками поиграть. Офигеть, вы спавнитесь. Так. Может быть, по логике игры я должен был быть на первом, но меня скинули на четвертое. Я не знаю. А у кого-то я на первом, а он на четвертом. Я не знаю, но такое было. Я помню, был на стриме про Вектора. И там я как бы был на первом месте, а по его стриму я был вообще на четвертом. То есть, как бы, может быть, это вот эта штука работает. Я не знаю, честно. Давайте руки киборга. Еще разок. Пошли, 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 пошли. Блин, офигеть. В принципе, можно комбинировать эти пушки. Они будут себя очень хорошо вести. Если так подумать. Что такое? Ага, привет. Блин, опять ты. Ты мне надоел уже со своим. Все. Блин, робот обычный, классный. Тихо, тихо, тихо. Опа, раз, и киборгами добил. Руками киборга. Хорош. Убери свою руку кристальную, вообще офигел. Идите сюда, у меня система, ребят, есть. Убийство невидимки. Давай, взорвусь. Ха-ха-ха. Хрен тебе, да? Да уберись ты. Сзади, я знаю, я не успел повернуться. Трудно. Давай. Моряк. Моряк ты наш. Капитан, блин. Прям хедшот ему. Робота снес. Блин, офигеть, револьверка топ, руки топ, система топ, все топ. Но системе не хватает подвижки, да? Что такое? Сила, пара, ничего себе. Ну ты даешь. Пушки вспомнили, да? Блин, сзади, спереди. Вот это, конечно, проблема школы, это мясо. Это, ребят, чистое мясо. Потому что со всех сторон фигачит. И, конечно же, я тут. Давайте ножиком ускоримся. О, смотрите, кто это у нас такой. Кто у нас тут такой? Невидимка, а? Вот какого хрена? Это вообще нечестно. Почему? Я только шел сзади, уже кто-то появился. Что вообще происходит? Я не успеваю реагировать. Всех сторон, блин, налазит. Ну, смотрите, я первое место держу. Вроде. Вроде да. Так, тихо, тихо, тихо. Ну, ладно, на место мы не смотрим. Давайте руки. Руки пошли. Руки. Грёбаный. О, убил. Тогда не грёбаный. Тогда не надо на меч жаловаться. Да, иди сюда. Долго очень спавнитесь, блин, собака. Все, отлично, вынес. Тройное. Че он там застыл? Иди сюда. Иди сюда, мой родненький. Кто там еще стреляет? Ну, я бы его не пробил там. Вау-вау-вау, а игра, не надо. Что? Что с тобой опять происходит? Ух. Все, надо доигрывать, значит. Пошел вон, робот. Давай, робот, нагибай. Есть, смотрите. Хорошо, робот сейчас зашел. Давайте еще киборга руки под конец. Да кто там сзади, а? Я не готов был к сзади. Все, первое место. Это самый лучший матч получился у меня. Только что-то под конец игра решила меня немножко разочаровать. 36. 36. Ребятки, сет топ. Погнали делать заключение.
Ну что ж, вот такой вот у нас набор снайперов в 22-м году. Вот, что могу сказать? Руки киборга. Офигенный автомат с мощным уроном. Просто замечательно. Реально советую купить, если не имеете автоматов, они тащат. Да, скорострелка хорошая, вместимость хорошая, подвижка хорошая, скоп имеется. Просто замечательный автомат. Мне понравилось, советую всем обязательно попробовать. Пушка тащит. Револьверка — это просто топ. У нее еще нет анимации. Можно использовать в спаме, да, так что круто. Урон замечательный, иногда ваншотит в тело. Имеется 6 вместо 4 уже вместимость. Короче, очень круто, мне понравилась револьверка. Топ, револьверочку всем советую. И систему 100% советую. Увидели, какой бешеный радиус? Да, по радиусу может с 3 убивать, но часто ваншотит. Ваншотит с 10 модулем, у меня ваншотит очень часто, если попадать прямо в челик. Очень круто, хорошо, очень классно, но хромает подвижка, да. Это прям чувствуется, что подвижка такая фиговая. Но, в принципе, почему бы и нет. Возьмите реально классный тяжик, всем советую, круто, очень круто. И эффект сета, невидимость, это для задания может помочь. Кстати, да, я так подумал, можно использовать сет снайпера, если вы не имеете ничего на невидимость, и выполнять задания для кланов. Так что круто. Очень классный сет, я очень рад, что он тащит до сих пор. Мне реально он нравится, хороший сет. Советую прикупить. Первым делом берите револьверку, вторым системку и третьим руки. А так, в принципе, это общее, да? Если у вас нету основы, а там снайпа тяжек хороший, обязательно берите руки киборга. А также другое касается снайпера и тяжика. Если ничего, там вообще все плохо с этим, то берите либо снайперку, либо тяжик, потому что не ошибетесь, пушки все тащат. Минус револьверки, конечно, что не бьет сквозь стенку, но она удобная, она очень достаточно скорострельная и хороший урон умеет. Так что, да. В принципе, как-то вот так вот. Если вам понравилось, не забываем про лайки и подписки. Вот, с вами был, как обычно, Nemesis, сервер Green Pistols в описании. Всем удачи, ребятки, и всем пока-пока.